Всем привет-привет! Сейчас занимаемся вкусняшками. Решили приготовить мясо в духовке с картошечкой. Пока у меня стоит мясо, да, там прям жарко. Я еще хочу панкейки сделать, потому что я оладушки делала, пожарила в масле, и Катюшке не понравились. Теперь буду на другой сковородке жарить без масла. Катюшка дома, детский сад закрыт на карантин по ОРВИ до 28 марта, поэтому мы сидим. А там как раз, когда детский сад откроется, приедет папулька наш. Там убирались, наводили порядок, а сегодня день вкусняшек будет у нас. Такая вкусняшка. Сейчас перемешала, добавила сыр. И совсем забыла, что я же с краю делала, с правого краю делала с луком. Девочки не едят с луком, а мамулька. Надо ей лук и побольше. И все перемешала. Ну ладно, теперь. Такие у меня будут крохотулечки, панкейки. Такая вкуснота получилась. Девочки уже прибежали, чтобы им положить. В прошлый раз было чуть меньше, и стояла она у меня 30 минут. Сегодня она 35 минут, сегодня побольше всего. Но Даша говорит, листик глубокий, надо, говорит, еще побольше делать. Так что панкейки пекутся, будем кушать пока картошечку с мясом. Такие у меня малышечки получились, аккуратненькие, красивенькие. Со сгущеночкой. Сгущенку добавим какао и будет объедением. У нас завтра праздник в семье. Мамульке 61 год, но она никогда не празднует. У нас как-то заведено взрослым не праздновать, только деткам. В том году на 60 лет мы купили вот тортик, цифры из фольги, это большие вот эти надувные 60, и букет цветов. И то она так не любит, когда на нее внимание обращает, даже и не сфоталась. У нас вообще в семье нелегко кого-то уговорить сфотографироваться. У нас очень мало фоток, и в основном это как бы Катюшкины все. Так что вот завтра поедем в город. Мама сказала, цветов мне точно не надо. Ну и решили, что купим тортик и роллы. Потому что Даша всех подсадила на эти роллы. Раньше никто не любил одна Даши. Теперь у нас Денис самый крепкий, не сдается, не ест с нами роллы. А так и Катенька ест, и я уже смотрю мамулька. В общем, решили побаловать себя тортиком и роллами. Катя, что делаешь? Такой соевик, всякие фески. Есть. У кого день рождения сегодня? У бабушки. Правильно, бабушке 61 год, да? Ура, ура! Ага. Вкусно? Это лопатка такая. Ты уже хрустишь? Вкусно? Молодец.